Ну что, наконец-то мы доехали. Ехали часов 8, наверное, но вот сейчас уже все в Геленджике. Дорога просто ад была. Сейчас заселяемся и пойдем кушать. Устали пипец. Так, ну что. Первый день в Геленджике начинается. Пришли в нашу любимую шоколадницу. Сейчас позавтракаем и двигаем на пляж. Так. Сходу рум-турчик быстренький. Такой стол, стул, кровать, Ангелина, шкаф и такой вот санузел. В принципе, все есть. За 3500 очень даже. Такой вот я. Покушали в шоколаднице. Шоколадница просто, это вообще топ. Наше любимое место. Тут вот такой видок. Парковочка. И туда вон так вот идешь. До моря. Сколько? Ну, 5 минут, да? 5 минут до моря. 2 минуты до шоколадницы. Покушал и пошел на море. Вообще тема. Сегодня еще подумаем. Возможно, возьмем прогулку в море на катамаране. Ну, такой катер-катамаран, который отплывает от пляжа тут. 3 часа прогулка, и он доплывает до дикого пляжа, и там купание в море. Вот, может, на него сгоняем. И, возможно, возьмем еще джипинг-тур в горы. Я хотел посмотреть, что там за машины. Там патриоты всякие, уазики. И есть Toyota Tundra. Вот было прикольно на Тундре покататься, чтобы достаточно красиво в кадре выглядело. Потому что патриоты там выглядят так себе. Вот, и посмотрим. Может, поедем. А пока двигаем на пляж. Так, пару слов. В общем, вчера не было ничего интересного. Мы кисли весь день на пляж. Позавтракали в шоколаднице. Поужинали в шоколаднице. Пообедали кукурузой на пляже. Сегодня утром проснулись, позавтракали в шоколаднице. Вот. А сейчас решили взять прогулку морскую на 1,5 часа с купанием в открытом море. И вот сейчас поплывем. Время 5 часов где-то. Ну, 4:30 сейчас, 5 отправлений. И постараюсь там что-нибудь поснимать красивое. Потому что особо в Геленджике ничего не поснимаешь. Лежишь тупо, киснешь на пляже. А куда-то ехать, ну, не знаю. Как мне кажется, тут смотреть особо нечего. И сейчас вот посмотрим. Может, удастся сделать красивые кадры на яхте. Так что погнали. Такая вот тут красота. Ну что, вот такие вот тут яхты. Сейчас на одной из них поплывем. Интересно, мне очень получится ли там запустить коптер, было бы классно. А что-то мне подсказывает, что, во-первых, тут очень много всяких канатов. И мне кажется, коптер будет не очень удобно сажать. Плюс остановка будет в открытом море. Скорее всего, там ветер. И поэтому, мне кажется, будет достаточно сложно посадить коптер. Ну ничего, сейчас посмотрим. No turning round, no other lover who loves me better. In the morning, in the middle of the night, there's no way around it, always on my mind. Try to leave, but then I come back every time. I lose my balance, baby.
Так, мы все на том же месте. Все в той же шоколаднице. Пошел уже следующий день. Вчера мы покатались на яхте, было очень круто. Коптер все-таки не получилось запустить, потому что там очень много тросов, очень много канатов. И болтал на волнах так, что я побоялся, что я его просто не посажу назад. Вот. В целом классно, но мало. Что еще? Сегодня едем на экскурсию на завод шампанского в Абрау-Дюрсо. С дегустацией, естественно. Без дегустации там делать нечего. Посмотрим, что кого, что как. Надеюсь, автобус будет не газель. В принципе, туда можно и на машине ехать, но мы что-то решили со всей группой ехать. Ну, типа, можно приехать на машине и просто сделать экскурсию по заводу. Но мы решили, чтобы отсюда из центра уехать просто на автобус, ну, с экскурсией. И поехать так посмотреть. Надеюсь, там будет что поснимать. Потому что я не знаю, в принципе, что там снимать. Но мы посмотрим, что там можно поснимать. А сейчас пока завтрак, все в той же шоколаднице. И Ангелина Андреевна. Немного загоревшая. Немного сгоревшая. Какие-то все равно ноги бледные. Вот, если вам интересно, в целом меню шоколадницы. Ну, в общем, ценники, чтобы вы понимали. Если на Красной Поляне там суп стоит 550 рублей, там 450 рублей, тут 285. Салаты там, ну, по 700 рублей есть. В общем, допустим, я очень люблю спаржу. Тут спаржа у нас 120 рублей. На Поляне спаржа стоила 500 рублей. Или даже 600 рублей, да? Спаржа стоила. 600 рублей за 100 грамм спаржи, ну, это, конечно, прикол. Ты в итоге что взял поесть? Омлет, что ли? Я взял омлет. А все? Да. Что еще можно сказать? Погода класс. Слава богу, нам везет. Жилье класс. Со своей парковкой. Не ездишь, не ищешь места, потому что в том году мы когда приезжали в гостиницу, в гостинице не было своей парковки. И ты вот вдоль улицы, точнее вдоль дороги, около гостиницы катаешься, ищешь место. Сейчас машину пригнал, загнал ее, и она стоит у тебя под окнами. Вообще классно. И в этот раз гостиница намного удачнее, в плане того, что расположение вообще топ. Тут до пляжа 5 минут пешочком. Короче. Вот. При виде тебя все тает, температура растет. Знаешь, при виде тебя все тает, температура растет. Знаешь. Руля только не хватает. Кто бы спрос без водителя тут в Индике? Чисто на автопилоте ей. Города гордо спят, а я с ними, видимо, в ссоре. Ведь если честно... Была сейчас первая дегустация, еще не на заводе, а тут по пути с местной геленджикской, с местным геленджикским производителем вин. Вот в таком вот месте. Не особо красиво было внутри на дегустации, и поэтому я снимать ничего не стал. Вина есть ничего так, но в целом, не знаю, я не любитель такого. И Кубань по границе Аджарии отошло России. Это Кавказская война, которая закончилась лишь в 1864 году. Местное население, черкесы. И черкесы — это такое обобщенное название. Наконец-то. Мы на местности. Сейчас куда-нибудь пойдем покушаем. Это уже территория Абрау. Сейчас куда-нибудь пойдем покушаем, у нас часок времени есть. И потом в 6 часов у нас начинается дегустация с экскурсией по заводу Абрау. Вот. А после экскурсии еще час времени на то, чтобы погулять, сделать там все свои дела,
закупиться тем, что понравилось. И в 9 вечера начинается шоу фонтанов, которые прямо из озера Абрау расположены. Так что вот так вот. Плавают. Тут вот вечером будет шоу фонтанов. Тут уток, вот такие домики, в которых лежат яички. Вон. А тут, можно сказать, фотозона. Можно взять вон катамаран на прогулку. Но это, конечно, если ты сюда приехал сам, и у тебя есть вагон времени, а не как у нас, когда с экскурсией и все расписано. Вот. Но в целом сюда можно, конечно, приехать самому и классно провести время. Can we keep each other company? Доктор Дравинье, француз, который был приглашен к нам сюда для того, чтобы наши 550 метров нам досталось наследство, которое мы сегодня с вами спустим. На здоровье. Спасибо. Питры и женщины по профессии ревьюеры начнут работать с ними, начнут прокручивать фильмы, вы видели. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been up on no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other company? Maybe we can be each other's company. Oh, company. Пахнет аджигой. А на то, что у нас в магазине есть, это значит заканчивается. Короче, мы вышли. Пару слов скажу. В целом, экскурсия интересная. Это первое. Это, наверное, единственный плюс. То, что ты это все посмотрел изнутри. Как это все делается. Посмотрел небольшой фильм про то, как это раньше делали. Плюсы на этом заканчиваются. Минусы начинаются с того, что очень много народу идет с экскурсоводом. Я старался хоть как-то там держаться в стороне после всех. Не особо слушал экскурсовода, больше фоткал, что-то там подснимал. Потому что, во-первых, идти с людьми невозможно, потому что все такие вонючие, это просто не описать. Сейчас лето, жара, понятно, но... Второе, это минус, это русский менталитет. Которым всем бабкам, не бабкам, вот этим колхозникам нужно все потрогать. Обязательно прикоснуться ко всему, когда ты делаешь фотку, вот прям прижаться, обтереться. Это вот как на выставке автомобильной, когда люди подходят, и вот им нужно обязательно все потрогать, присесть на капот и так далее. Вот тут такая же тема. Все бутылки потрогать, все стены облапать, и вот это тоже, короче, неприятно. В целом, если несколько человек, ну пусть 10 человек идет с экскурсоводом, тогда интересно и, ну, было бы поприятнее, короче.
А так вот идти в толпе вот этих людей неприятных. Короче, у меня там прям горело. Мне было очень неприятно находиться, но... И еще третий минус. Это то, что на дегустации был только брют. Мы брали дегустацию именно шампанских вин. И был только брют на дегустации 5 вариантов. А я брют терпеть не могу, и поэтому... Ну, короче, не очень. А пятая была какая-то настойка на овощах. Короче, несло джик и жестко, и было совершенно неприятно. Я даже пробовать не стал. Короче, как-то так. Сейчас идем на шоу фонтанов. И еще какое-то световое шоу, тоже что-то там такое. Так что все покажу. Такая вот тут прикольная штука есть. Короче, вот такая вот тема тут. На 10 минут пойдет. Больше-то смотреть нечего. И очень много народу. Если ты хочешь где-то сделать красивую фотку, то просто без шансов. Потому что, во-первых, очень много детей. Пока все пройдут, пока все сфоткаются, уже пройдет больше времени. Each other company. Блин, если честно, очень сложно снимать сразу на две камеры. И на эту, вот на эту, и на вот эту. Потому что охота сделать и красивые кадры под музычку. И охота вам что-то рассказать. И показать, так сказать, на широком кадре, чтобы все было видно. Сейчас идем. Идем на шоу фонтанов. Я думаю, что там сейчас будет столько народу просто, что будет негде встать. Поэтому сейчас будет видно. Сейчас я вам покажу, сколько тут людей. Потому что это просто жесть. Keep each other company. Человек, видеокамера на связи. День подходит к концу. Сейчас двигаем наш автобус. Там почилим, что дождемся всю группу. И по приезду в Геленджик. Че? Девчонке хорошо просто, она удачно сходила на дегустацию, ей даже некоторые вина зашли, шампанские вина. Вот, и она с кайфом идет, так сказать, заправилась. Я видела магнитики. С этой прекрасной дамой сейчас приедем, передохнем чуток и пойдем в Геленджике. И пойдем в Геленджике на набережную. Где-нибудь поужинать. Потому что который день я хочу покушать барабульку, а ее либо нигде-нибудь нету, либо мы берем что-то другое, я забываю про нее. Сейчас пока помню, обязательно по приезду пойдем ужинать. Хотя время уже 10, да? Ну, короче, когда приедем, будет уже 11. И... Но поужинать все равно надо. Кушать немного хочется. Так что вот так вот. Еще хотел сказать то, что записываю все с первого дубля, потому что времени на все мало, хочется быстрее-быстрее все подснять, потому что снимаю на эту камеру и на эту камеру. И чтобы все успеть, записываю все первым дублем. Поэтому если либо какая-нибудь каша во рту, либо еще что-нибудь, вы все это увидите.
Поэтому как-то так. Да, завтра у нас остается последний день. Послезавтра мы уже уезжаем, и поэтому завтра, скорее всего, будем чилить на море весь день. Киснуть, раскисать, откисать. И поэтому снимать, наверное, ничего не буду. Потому что могу сразу заранее сказать. С утра пойдем позавтракать в шоколадницу. После этого пойдем на море. Потом придем пообедать куда-нибудь, либо пообедаем на пляже. И вечером опять пойдем куда-нибудь поужинать, какой-нибудь достойный рейстик, так сказать, завершить этот отпуск на прекрасной вкусной ноте. И с утра, послезавтра, завтракаем и выезжаем в Волгоград. Там у нас будет остановка на ночь. И потом в Самару. Такой вот тут количество автобусов, потому что в Абрау разрешено находиться только до 10, и вот в 21:50 все должны по автобусам и свалить отсюда. Также кто на машинах приехал, также до 10, короче, покинуть территорию Абрау. Ну что, мой последний денек на пляже. Такой вот тут пляж. Народу в этом году очень много. Мы, как всегда, позавтракали в шоколаднице. Сейчас пойдем дочилим на пляже этот день. Потом вечером где-нибудь поужинаем. И все, будем собирать чемоданы. И завтра утром выезжаем. Позавтракаем, да поедем. Ну что, вышли мы на последний вечер погулять, покушать. Люди еще гуляют. Самое интересное, вчера, когда мы шли кушать, где-то часов 12 уже людей не было на улице. Ну так пару человек встречало. А сейчас вот где-то 8:30 людей еще полно, некоторые что с пляжа идут. Вот. А мы двигаем кушать. Так, ребята, я нашел блюдо, чтобы завтра быстрее домой ехать. Похасаним. Это вот, кстати, первый ресторан. Короче, первый ресторан, в котором достойная подача. Да? Собрались уезжать уже на чемоданах. Тут у нас такой друг. Прыгает на тебя. Шальной. Быстрое прямое включение из отеля в Волгограде. Такая тут ванная комната. Запах в отеле не передать, конечно. Отель уже морально устарел. Мы с ним останавливались в том году, и нам попался свежий номер после ремонта, такой синего цвета. Вот он был достаточно неплохой, приятный. А это, видимо, старый номер. Короче, все такое прям не особо фреш. Пол парковки на украинских номерах. Вот, отель полностью заселен. Ну, короче, а завтрак шведский стол в столовке. В общем, вы поняли. Ну ничего, все, двигаем домой. Остался этот день только, и все. Вечером уже будем снимать. Запах, конечно, вкуснейший просто в отеле. Какой-то рыбы соленый, сушеный. А что, вчера не чувствовал? Вчера не чувствовал, сегодня не чувствовал. Номер вонял вот так. Старт. Старт он с мухой. Короче, сюда не советую заезжать. В том году было норм, а там что-то очень не норм. Привет, привет, привет.